осушитель воздуха со встроенным гигрометром и функцией сушки одежды. Сегодня посмотрим на осушитель бренда Funai, серии NECA, модель RID N22T6T. В комплекте с устройством идут дренажный шланг, инструкция и гарантийный талон. Корпус устройства сделан из белого пластика. Размеры прибора 36 на 55 на 23 см, а вес 15,4 кг. Для переноски по бокам есть углубление ручки, а снизу колесики. Сзади располагается воздухозаборная решетка. Под ней за крышкой находится бак для конденсата объемом 3,5 литра, а также разъем для шланга, чтобы сливать конденсат непрерывно. Сверху воздуховыпускные отверстия и электронная панель управления со световыми индикаторами и дисплеем. Кнопками можно включить и отключить прибор, настроить скорость обдува, выбрать уровень влажности от 30 до 90%, который осушитель будет поддерживать. Также можно включить таймер на время от 1 до 24 часов. Для функции сушки одежды предусмотрена специальная кнопка. Настройки прибора можно комбинировать. На дисплее высвечивается не только уровень влажности, но и количество конденсата в баке. Мощность осушителя 345 Вт, а уровень шума при работе всего 45 дБ. Производительность прибора за сутки 22 литра. Подойдет для помещений площадью до 31 квадратного метра. Режим разморозки автоматически включается при падении температуры воздуха ниже плюс 5 градусов Цельсия и останавливает работу компрессора. Подытожим. Этот осушитель подойдет для излишне влажных помещений и для сушки одежды. С его помощью также можно поддерживать выбранный объем влажности воздуха. Бак для конденсата небольшой, но при необходимости можно подключить дренажный шланг и сливать жидкость в сток непрерывно, поставив таймер.